Первоуральцев предупреждают о новом виде телефонного мошенничества. На этот раз злоумышленники представляются сотрудниками службы поддержки сотового оператора. Они сообщают о скором отключении абонента и просят следовать инструкции. После психологической обработки жертва набирает определенную цифровую комбинацию на своем мобильном. С этого момента все звонки и СМС, в том числе сообщения от банка, будут приходить на номер мошенников. Злоумышленники получают дистанционный доступ к управлению банковским счетом и похищают деньги. Также преступники могут сообщить о том, что от абонента поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением действующего номера, о необходимости поменять тарифный план на более выгодный, либо отключить плату. Услугу. За первое полугодие этого года жертвами телефонов мошенников стали 250 первоуральцев. В общей сложности они отдали преступникам свыше 200 миллионов рублей. Горожан просят быть бдительнее, если звонок показался подозрительным, положить трубку и перезвонить в службу поддержки своего мобильного оператора, номер которого указан на официальном сайте сотовой компании.